Следующая песня для решетника Сергея Ивановича от пацанов. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы нет. Они моды, но не студенты, ни окей не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил все два, аж пятилаш, сел на него, просили марш. На ТТ, дом 500 и 150, покормил перед этим порося. И пошел взять пахать, молотить и шметь. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, всего алтайским комбайнерам, трактористам, пастухам. Комбайнеры. Каждый из нас был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, тракталисты, грузчики, арбузных фур, эти парни не являются мечтой главных тур. И пускай там трансвеститы беснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают все враги, пусть знают, сучка, кандали, зразь, никогда трибинатовская не возьмете нас. Выпил C2, шпетю ваш, сел на него, рассели марш. На ДТ, дом 500 и 150, покормил перед этим порося. И пошел взять пахать, молотить и чметь. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь трактор, каждый винтик изнутри. Получается работу в месяц 1003, комбайнеры. Ты 150, покормил перед этим поросят. Ты пошел взять пахать, молотить и шмель. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, всем алтайским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам!